Привет, ребята! Вы на канале Лапуняши! Сегодня мы вам покажем, как мы сделали вот такие шарики антистресс. Для этого нам понадобились шарики Орбис, три шарика надувных, да, и обыкновенная вот такая вот бутылочка с водички. Сначала бутылочку кидаем. На, держи. Ты же помощник главный. Помогаем тоже, потому что они будут долго кидать. Сейчас попробуем, что получится. Давай еще раз. Это все непросто. Давай ближе теперь там. Девочки внимательно смотрят, да? Это какой? Давай поменьше делать. Он тяжелый для девочек. О-хо-хо. Миша уж постарался, сделал так сделал. Держите просто на ручках. Давайте, сейчас Миша еще будет делать. Только поменьше, Мишу. Хорошо. Сейчас Улюшка у нас обнялась теперь с этим шариком. А ну дай Сонечке теперь подержать его. Классный? Тяжелый, там прям, конечно, там шарик, как столько водички. Смотрите, какой шарик один получился, как капелька. Угу. Давай набирай, да. А ну покажи. Давай, Мишу, ты уже набрал. Повторы, эксперимента. Теперь не так сильно. Вижу, у тебя уже опыт, да?
конечно, уже быстрее получается. Давай, только не такой большой. Для девочек поменьше. Хватит, лучше меньше. Или еще чуть-чуть. Давай, завязывай, пойдем на девочек. Будет для Ульянушки маленькая, да, Ульянушка? Обнялась этим большим. Класс! Как антистресс настоящий, такой приятный, да? Да, как лошадь! А ну дай теперь Ульюшке поменяйтесь. Шарик. Подайте Мишеньке шарик. Будет большой, средний и маленький. Ого, да ты не выйдешь. Давай. Давайте, Мишеньке, давай. Давайте. Сейчас еще будем. Ты не обязательно так сильно надувать. Классно? Да! У нас большой, маленький и средний, да? Хорошо, пусть будет для тебя, а тут для Ульянушки. Да, высыпай теперь эти шарики назад. Ничего, ничего, что укатились, ничего. Берите теперь это, поменяйтесь теперь с Мишуткой. О, ложи туда, ложи, Миша. Класс! Ребята, если вам понравилось наше видео, да? Сонечка, Улюшка, заняты, заняты. Всем пока! Пока! Не забывайте подписываться на канал.